Надо ли вместе с протоколом собрания собственников квартир передавать управляющей компании список присутствующих и результаты голосования? Обязательно. Нужно передавать эти документы к протоколу. Они закреплены приказом номер 938 от 25 декабря 2015 года. Приказ в данном случае Минстроя Российской Федерации. Каким документом регламентировано дневное освещение в квартире? На самом деле дневное освещение в квартире регламентировано санитарными нормами и правилами от 23.05.1995 года. Они так и называются – естественное и искусственное освещение. Данные СНИПы используются при строительстве многоквартирных домов. В зависимости от расположения дома будут у вас тогда размеры окон и так далее. То есть все эти документы можно при проектировании дома посмотреть. Когда уже дом построен, вы смотрите в своей квартире, а там уже вы добавляете свет, если вам мало, или убавляете, если вам много.